Были времена, когда из-за существующей крепости в Бобруйске не разрешалось строительство каменных домов. Одна из первых каменных построек появилась в конце 60-х годов 19-го столетия на перекрестке нынешних Чингарская и Карла Маркса. К началу 20-го столетия уже значительная часть Муравьевской оказалась застроена каменными домами. Павел Минченко. Какие улицы Бобруйска вам больше нравятся, старые или новые, и почему? Старые. Ну, потому что напоминает все такое о прошлом. То, что жили, когда-то жила моя бабушка здесь на втором этаже. Воспоминания просто, прошлая жизнь. Это мы храним это. Больше старые. А почему? Ну, не обогорожены. А с новыми как-то у нас непорядок. И те хорошие, ну, старинные, как бы сейчас заброшенные более уже. Ну, а новостройки красивее, как-то дома сейчас делают яркие. Старые лучше. Почему? Я приезжаю, редко бываю в городе, но приезжаю, мне нравится больше. Я пешком хожу по городу. Красивый город, мне нравится наш город. Кстати, в начале прошлого века бобруйские барышни получали блестящее образование. Ведь среди преподавателей женской гимназии были лишь выпускники самых престижных университетов. Приглашаю вас на ретро-променад в Бобруйск 20 века. Сегодня нас ожидает чисто женская компания. Еще Ильф и Петров устами детей лейтенанта Шмидта назвали город Бобруйск прекрасным высококультурным местом. Если разобраться, то именно таковым, без всякой иронии, и надо считать старинный город на Березине. Ведь что является основной составляющей культуры, ее фундаментом, если хотите? Правильно, образование. А различных учебных заведений в Бобруйске в конце 19-го, начале 20 веков было предостаточно. Причем не только для лиц мужеского пола, но и для барышень. И вот сегодня наш рассказ об одном из них. Женская Алексеевская гимназия в Бобруйске распахнула свои двери для учениц в 1906 году. Есть несколько версий происхождения ее названия. Она получила свое название, она была посвящена рождению наследника престола царевича Алексея. По другой версии, Алексеевской гимназию сделал курьезный случай. Во время открытия гимназии выпал портрет царевича Алексея. Но опять-таки это послужило таким поводом, приметой, и поэтому было принято сделать именно царевича Алексея таким защитником гимназии. Первоначально гимназия была семиклассная, однако уже в 1907-1908 годах был введен 8-й педагогический и подготовительный классы. В это время в гимназии уже обучалось порядка 400 гимназисток. Для того времени они получали прекрасное образование. Преподавали в гимназии выпускники исключительно престижных образовательных учреждений. После Октябрьской революции 1917 года женская Алексеевская гимназия в Бобруйске перестала существовать. В ее здании в 1921 году была открыта советская школа имени Янки Купалы. Сам Янка Купала приезжал в это здание, об этом существуют сведения, что он приезжал, бывал на уроках, то есть было, естественно, получено разрешение, чтобы присвоить ему имя, и эта школа начала носила такое имя. Учебное заведение пережило много преобразований. В 1930-41 годах здесь размещался рабфак, а в первые послевоенные годы – Бобруйское педучилище. В 1949 году гимназия стала Бобруйским учительским институтом. Однако в 1955-м здание опять стало педучилищем, а затем в 1957-м школой номер 5. В 1993 году было принято весьма смелое решение. Создается Славянская гимназия в Бобруйске. И опять-таки это будет уникальное учебное заведение, потому что Славянская гимназия, прежде всего, ну, опять-таки само название подчеркивает, оно было подготовлено, сделано для подготовки детей основам славянской культуры, традициям и прежде всего филологии. Однако по непонятным причинам в 2009 году учреждение вновь переименует, и оно станет гимназией номер 3. Как вы заработали первые деньги? Это любимый вопрос журналистов, особенно когда интервью дают миллионеры. Кто знает, может быть, и среди бобруйской молодежи есть будущие Биллы Гейтсы. Например, приятное с полезным попробовали совместить стройотрядовцы электротехнического колледжа. Что из этого получилось, увидим в следующем сюжете. Mm-hmm.
То, что стройотрядовское движение – дело добровольно-принудительное – преувеличение. Было бы желание, возможности всегда найдутся. Дети должны уметь работать и зарабатывать, так же, как и сами мальчишки понимают, что свои деньги – это свои. Не полученные ни от мамы, ни от папы, а заработанные, и каждый из них тратит на что-то свое. Если кто-то летом в поисках горящих путевок рыщет по турагентствам, то чернышовцы одели спецовки, каски, взяли лопаты в руки и на стройку. Как отмечают специалисты, молодежь потрудилась на славу. За все это время они руками, тачками перевозили столько тонны мусора. Некоторые работали на кирпичной кладке, замешивали растворы, это самое. Много людей работало на демонтажных работах. Благодаря им у нас как бы на заводе, на стройке очень чисто и в основном везде порядок. Парни совместили полезное с приятным и поработали, и заработали. Причем не на пиво. Например, Олег отдал свой заработок родителям. Ну, как бы одеть сестру, вот это вот, а приодеться. Алексей планирует на заработанные деньги пойти учиться в автошколу. Ну, еще так месяцок поработать, то точно хватит. Справедливости ради были и те, кто пробовал, как говорится, баклуши бить, но на них нашлись меры воздействия. Были, конечно, мальчишки, которые не совсем понимали, куда они попали. Поэтому буквально два дня общения с матерыми строителями очень быстро им объяснило, кто они на этом рабочем месте и куда они попали. Поэтому очень быстро все вопросы отпали сами собой. Ну, теперь поработаем. Работаемся. Финал этой киношной истории известен всем. А вот герои нашего сюжета на самом деле сработались. We are the champions. Это про наших девчонок. Женский футбольный клуб «Бобруйчанка» стал победителем первого чемпионата Беларуси по пляжному футболу, который проходил в Минске. А пока девушки выясняли отношения на песке в столице, в Канаде нигерийский легионер команды Аил Алавет на большом газоне выступала в составе своей сборной на молодежном чемпионате мира. В итоге серебро. Согласитесь, золотая и серебряная медали – это что-то. Девчонки, снимаем шляпу. Девчонкам пришлось сменить привычный травяной газон на пляж, но в песке они не увязли. Первые тренировочные процессы и вообще игры было очень тяжело, потому что садятся ноги сразу и как бы тяжело, но мы старались, мы хотели. Специально к чемпионату не готовились, говорит наставник команды Николай Касаткин. Просто проводили тренировки на песке, как вспомогательное упражнение к большому футболу. Тем не менее, играли на песчаной площадке, что называется, по-крупному. Сначала был отборочный этап. Мы две игры выиграли 8-1, 11-1 по группе. Потом была финальная часть. А в финале мы обыграли Рио Минс со счетом 7-0. Таким образом, бабуйская команда вошла в историю, став первым чемпионом Беларуси по пляжному футболу. Кстати, вошла в историю и легионер клуба Аила Лоэт. Нигерийка в составе своей национальной сборной отлично выступила на молодежном мундиале в Канаде. Заняли они второе место, стали серебряными призерами. То есть как бы для игрока футбольного клуба «Бобруйчанка» серебряный призер чемпионата мира, пускай до 20 лет. Это как бы звучит так гордо. Кстати, темнокожих легионеров, точнее легионерш в команде «Бобруйчанка» 4. Не беда, что с русским пока не получается. Зато с командой все складывается более чем. Ну, на поле как бы все понимают друг друга, они то, что они не говорят, это как бы не самое главное. Самые главные слова, которые им нужно знать, они знают, и это мы понимаем друг друга. А что до языка, так есть язык международный, язык спорта. А футбол, он как бы есть футбол, у него футбольный язык. И когда люди играют в футбол на высоком уровне, то у них там понимание наступает, ну, само собой понимание происходит, без языкового барьера, скажем так. В копилке нашей интернациональной команды – новые медали, одна из которых – высшего достоинства. Но почивать на лаврах бобруйской женской дружине пока рано. Впереди матчи в рамках чемпионата Беларуси. Бобруйчанка своего последнего слова еще не сказала.
бабье лето для того, чтобы побольше гулять. Не упустите возможность посетить все городские мероприятия. А ваш главный эксперт по интересному отдыху – наша рубрика «Афиша». Рано или поздно заканчивается, и наша передача не исключение. Мы отправляемся готовить для вас новые интересные сюжеты о нашем любимом Бобруйске. А вы следите за телевизионной программой. Всем пока!